Здрасте. Я бы хотел начать это видео не с поздравлений и пожеланий, как обычно говорят. Я в первую очередь хочу подвести итоги моего канала. Давайте по порядку. Что мне не нравится, так это то, что я не делал анимации и различные видео по разным причинам. От банальной лени до более серьезных проблем. По идее, должно было выйти еще пару анимаций, но где-то из-за отсутствия бюджета, а уж поверьте, пластилин нынче не из дешевых. А где-то не мог. Вот как с GTA 3 Беспредел. Просто мне повестка пришла в армию. Давайте коротко и ясно, что со мной было. Короче, мне пизда почти было, но мне дали вторую отсрочку. Так что, может, как повезло. Вообще, этот год, пожалуй, был один из худших у меня, за исключением двух моментов. Вообще, напишите в комментариях, как вам этот год. Что-то грандиозного и не вышло, мало роликов на канале. Да и да, там весной еще что-то выходило. Они как бы короткие были, эти видосики, можно так сказать, анимации. Но они настолько паршивого качества, что лучше про них не вспоминать. Но что меня больше всего удивило и заставило более-менее радоваться, так это то, что людям зашел Endman 2047. Я не ожидал, если честно. То есть я думал, что просто людям он не понравится, потому что это трэш как бы. Да, это как бы вестерн, фантастика, боевики, трэш. Лютый трэш. Но, как показал результат, людям понравилось. Это на самом деле приятно. Была задумка на один мультсериал, но я не знал, как его будут воспринимать люди, также на некоторые анимации. И да, «Ржавый револьвер» пришлось отложить. Как я говорил ранее, пластилин не из дешевых. Поэтому пока что отложу, да и сценарий надо будет переписать. К сожалению, так и не вышло продолжение «Свиней». Связано это, как и с «Ржавым револьвером», отсутствие бюджета. Давайте расскажу, что и как с GTA 3 «Беспредел». Значит, я думаю, выйдет зимой мультфильм. Ибо я сейчас делаю к нему декорации, персонажей. В моей группе это все есть, но сами знаете, где ссылка. А опять же, бюджет на него как бы не хватает. Но я его смогу сделать, потому что он не настолько масштабный, как те же свиньи. Сам сюжет будет в анимации крайне примитивный, ничего такого не ждите. Единственное, что могу сказать, это будет напоминать обычный геймплей игры. Короче, посмотрите. А теперь расскажу про один сериал. Он по серии игры. Скажу лишь то, что я его планирую и уже написал сценарий к первой серии. Ну, где-то на 40-50%. Ну, как пойдет. Все-таки процесс стоп-мошен довольно такой не быстрый, не один из быстрых. Но это будет довольно мрачный и чернушный сериал. Так что, думаю, вам понравится. Надеюсь. Ну и теперь то, что вам может понравиться. Я буду после GTA 3, скорее всего, делать вторую серию Endman 2047. У первой серии осталось только 30 лайков, и можно будет делать целый сезон. Главное, чтобы просмотры, комментарии и лайки были. И да, подпишитесь, ребята, лайки поставьте, комментарии напишите. Обязательно. Люблю читать комментарии, это довольно мотивирует на выпуски роликов и мультфильмов. Ну и еще я приобрел новый телефон. Как раз таки на него буду снимать, и есть что рассказать вам про него, мои впечатления, но это как-нибудь в отдельном видео, может, кстати, сделаю обзор на телефон. Еще думаю рассказать вам историю про военкомат, то, как я пошел туда, но мне показалось, что это как-то неинтересно. Напишите, хотели бы вы эту историю услышать. Еще буду делать разъяснение на Endman 2047, вообще откуда взялся Endman, что это, как, в общем-то, вам тоже должно понравиться. Ну и просто еще буду больше делать видео всяких интересных. Как раз таки свободного времени полно. Ну, также пишите в комментариях, что и как вы хотели бы увидеть на канале, какие анимации, может, какую-то новую рубрику. Делитесь каналом с друзьями. Те, кто не смотрел Endman 2047, обязательно оцените мультфильм и Hawks of War. Всех с праздником, ребята. Я, кстати, этот праздник не буду отмечать. Еще могу сказать то, что видео не было из-за того, что я сдавал ЕГЭ, можно сказать, к нему готовился. И, кстати, спойлер, я его успешно сдал. То есть, реально, никто не верил, что я это сдам его, но спокойно сдал, все. Но готовился, ну как сказать,